Добрый день, вы смотрите «Русский дневник», и я Мария Строева. Послевыборной недели в России началась со страшного происшествия. 18-летний студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров пришел в 8-й корпус кампуса собственного вуза и открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Студенты прятались в аудиториях, кто-то спасался, выпрыгивая из окон. Стрелявшего задержал патруль дорожно-постовой службы, который первым прибыл на место происшествия. Страницы подозреваемого в соцсетях заблокировали. Дело будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета России. Главных вопросов, на которые необходимо ответить, очевидно, два. Первый – что именно заставило совсем молодого парня, студента, взять в руки оружие и пойти убивать своих сверстников и преподавателей? И второй вопрос – есть данные, что Бекмансуров шел с оружием в руках, не скрывая своих намерений. Почему он смог беспрепятственно дойти до учебного корпуса, войти внутрь и осуществить задуманное? Есть ли в университете охрана, камеры? Кто отвечает за безопасность учащихся и преподавателей? Посторонний легко сюда попадет, как вы считаете? А что они могли сделать? Да, тоже их обвинять, они погибли, как его, они пытались остановить. Да, да. Вы что, тоже на них наезжаете, они пытались остановить? И он погиб же, и пытался спасти нас. То есть охранник погиб? Да, охранник погиб на походу. И у нас в корпусе тоже охранник погиб. Охранники пытались остановить его, но у них же не выдают же оружие здесь им. Ужас заключается в том, что, к сожалению, случаи, подобному тому, что произошел в Перми, бывали и прежде, и не только в России. И каждый раз возникают подобные вопросы, и вроде бы на них ищут ответы, но предотвратить подобное далеко не всегда удается. В ноябре 2019 года учащийся открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Тогда погибли 2 человека, включая стрелявшего. 5 пострадали. А всего полгода назад, в мае 2021, в Казани в гимназии номер 175 открыл стрельбу бывший ученик. Погибли 9 человек, 23 пострадали. Нападавший сейчас находится под стражей. Я тогда попросила прокомментировать случившегося специалиста по безопасности, бывшего израильского офицера спецслужб Сергея Мигдала. И он очень подробно рассказал о том, как подобные трагедии предотвращают в учебных заведениях Израиля. 2 охранника, которые находятся в некотором расстоянии друг от друга, запертые ворота, высокий достаточно эстетичный забор, пускают только по разрешению. Всегда на воротах хотя бы один охранник есть, другой иногда присоединяется к нему, иногда патрулирует всю территорию. Есть, естественно, видеокамеры. У них там есть монитор, где они видят все. Некоторые учителя, например, вели себя именно правильно, да? Пытаясь спасти жизнь детей, эвакуировать их, спрятать. То есть это все правильно. И вопрос еще раз, насколько они отренированы. Многие люди это делают как бы правильно, даже инстинктивно. Но на практике лучше, конечно, если это все заранее на симуляциях и на тренировках отрабатывается, и каждый знает, что ему делать. И ученики тоже. Кстати, в многих школах принято, что старшеклассники помогают младшеклассникам их эвакуировать, быстрее их убежать и так далее. Все это, во-первых, стоит больших денег. И, безусловно, должно финансироваться и государством, и местными бюджетами, и родителями. Мало поставить забор и посадить вахтера, чтобы он проверял пропуска. Вернее так, это бессмысленно и лишь портит ландшафт. Должен быть кто-то, кто заметит, как меняется поведение и настроение у студента или учащегося. Кто-то должен увидеть подозрительно ведущего себя человека на подступе к учебному заведению. Кто-то должен заранее заметить у него огнестрельное оружие. Все это должно стать системой, а не разовой акцией. Израиль приобрел это знание дорогой ценой. Слишком много страна воевала, слишком часто в ней звучали выстрелы и взрывы, слишком много гибло людей. Израиль привык защищать своих детей и умеет это делать. Очень хочется, чтобы то же самое можно было сказать и о всех других странах, включая Россию. Вы смотрели «Русский дневник», я Мария Строева. Смотрите наши выпуски на YouTube-каналах телеканалов «Дом» и «ЕТВ». До встречи!